Всем привет из Енисейска. Меня зовут Ольга. Сегодня у нас очередной спецвыпуск. Улица Нестерова. У меня вот со мной пятерочка большая. А вон там дальше, если проехать, будет уже поселок Озерное. Там еще немного и заканчивается город. Ну, пройдем немного по улице. Мы достаточно уже далеко от центра, да, почти уже в конце города. И вот тут такая улица. Сейчас на обратном пути еще зайду в пятерочку, смотрю, что там есть. Здесь во всех магазинах две пятерочки, два магнита, там разный ассортимент. Это большая, надо зайти. Вот такая улица, ну, хотя она вот вроде как идет вглубь, здесь достаточно шумно, потому что вот за мной улица Рабоче-Крестьянская, большая, шумная, много машин, а вон там впереди Енисей, дома такие, ну, в принципе, обычные, что-то новое построили. Еще ничем не обшили. Нас все улицы почистили, даже те, которые не близко к центру, а сюда, видимо, не доехали. Какой заборчик маленький. Вот. А тут такие решетки с белочками. Раньше такие были в центре, там, где администрация, там было огорожено таким забором с белочками. Потом его убрали, сделали открытое пространство. Вот и хорошо. Вот тут такие старые домишки, и даже двухэтажка есть. Сразу видно, насколько разные люди живут. У одних пластиковые окна, у других вон еще такие обычные, даже со ставнями. Да, здесь как-то не очень чистят. Вот. Может, сюда доедут. Старенькие домики. В этой части, видимо, не очень много строятся, хотя вот относительно новые дома. Ух ты, что это такое? Что это за ангар? А это въезд в гараж. Как хорошо люди придумали, чтобы не чистить перед гаражом. Вот это уже новые веяния, не ставить большой забор, большие ворота. В Озерном вообще практически нет ворот, там все вот заборчики такие низенькие, маленькие. Ну вот, практически дошли до конца улицы. Уже видно, что весна, сосульки висят, хотя весна не чувствуется, снег пробрасывает, ночью холодно. Сегодня сколько было? Минус 15. Вообще не ощущается весна. Это плохо. Так прямо хочется, чтоб скорей. О, какой-то крокодильчик. Люди себе хотят делать красиво. Всякие пеньки украшают. Ну, крокодильчика сделали из шины. Какой-то он одинокий, надо было ему компанию сделать. Ну, в общем, вот такая улица. Там уже в конце Енисей. Ну, Енисей сейчас такой, весь в льдинах, замерзший. Будет интереснее, когда начнется ледоход. Будет плыть
огромные куски льда. Это тоже что-то интересное. Вот. Новая архитектура совершенно. Вон домик с верандой. Тоже такая нетипичная постройка. Здесь таких домов мало. Что вот так вот, да, вот такая веранда была застекленная. Вот еще куда-то улица. Не знаю куда. И вон там еще куда-то. Ну, в общем, вот улица Нестерова. Прошли ее всю целиком. Вот красивое дерево и лодка. Ну, в общем, вот на сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.